Петропавловске целый микрорайон остался без воды из-за прорыва на водопроводе. Авария произошла накануне вечером в поселке Борке. К устранению повреждения коммунальщики приступили только сегодня утром. Сейчас там проводят ремонтные работы. Приостановлена подача живительной влаги в десятки частных и многоэтажных домов. Без воды остались и соцобъекты. Временно организован подвоз воды. Труба диаметром 200, чугунная. Вчера просто поздно вечером оно произошло. Из-за коммуникации, что здесь идет Казахтелеком, ТУСМ, связь, ночью были произведены согласования и отключена вода. И сейчас вот, ну, работаем, устраняем повреждения.